Короче, все, с днем города. Волгоград, 431 год. Обещали открыть один бронекатер памятник, пока 31. Но не открыли. Ну, то есть он почти готов, но там все закрыто, пока нельзя пройти. Строители не успели еще сделать. Дальше я покачу. Проходи. Сейчас быстрее поедем, Шань. Я и так нормально ехала. Нет, ты хорошо ехала, я не спорю. Храм Александра Невского вроде достроили. Сейчас по парку немножко прогуляемся. Давай, полицейский. Мау-мау-мау-мау-мау-мау-мау. Ну, классно. Классно вроде как. Смотри, Миш, какая библиотека. Все, какие есть книжки, сейчас посмотрим. Может быть, и карта есть. Залетай. Вот, есть, смотри, архипелаг ГУЛАГ. Это вроде как военная. Что-то еще есть. Розетки. Следующий раз сюда принеси, домой потирать. Короче, можно прийти почитать. Места, конечно, не очень много, в целом очень уютно. Да? Да, здесь мероприятия, танцы. Танцы, шпанцы. Неплохой парк, он очень маленький. Вот сейчас выдвигаемся на панораму. Там более для нас военные штуки. Прибыли на панораму. Сейчас посмотрим, что у нас там интересного. Миш, ну танками нас уже не удивишь. Это старая техника. Давай почитаем, что это вообще за поезд такой. Его покормить надо. Красавчик, да, Миш? Ладно, где мы заедем? Смотри. Где вот залазить? Это у него колеса. Залазить? А, я увидел, где надо. Это семафор. Ну да, они их спасали. Мемориальный архитектурный комплекс. Музей панорама «Сталинградская битва», Мишка. Так, что у нас тут? Выставка военной техники, ротонда, стелла Жукова, памятник. Ладно, пойдем все по порядку посмотрим. Дом Павлова. Вот. Так, давай на вторую линию. Да мы не будем ходить. Мы просто посмотрим, да? Ну да. Пап, как думаешь? Какие там? Фонтан, танцующие дети Сталинграда. Раритетная тачка. Немцы еще тогда тачку умели делать. Самолетик. Где тебя немецко-фашистские войска? Угу. Дивизионную пушку посмотри, посмотри. А то поедет он. Ты уже... Это дом Павлова? Не надо. Ага. Да, это дом Павлова. Я
Да, Миш, немецкая техника. Такая своеобразная. Какая-то угловатая. Да, что-то непонятно. Зато сейчас у них машины лучше всех. Это какой-то маленький у них. Да, двери бронебойные, конечно. Клевые. Их, наверное, ничем не пробить. Еще ведутся строительные работы. Еще не завершено. Весна в Сталинграде, Миш. Военные обалденные. Пойдем на танк. Чи? На танк? Эй, а почему стоять? Пиу, пиу, пиу. Пойдем. Не, мы залазить не будем на него. Маршал Жуков, Миш, самый главный генерал. У него чего только не было, и пистолеты, и автоматы, и танки. Это просто кафе. Миш, ты видишь под военную тематику. Если тут есть, здравствуйте. Воды, может быть? Прям военная тематика. Пусть побрызгает, поняла. Беда! Вот это ее покорежило. Это от Т-34. Смотри, какой движок там. Нет, туда нельзя перелазить. Зато здесь самое вкусное мороженое. Ну прям сладкое. Не то что сахар, а именно прям сливки. Сильно отличается от того, который покупаем. Прям сливочное. Так, надо немного поебизиться. Подожди. Ты крепко держишь. Ага. Давай поебизимся еще немножко. Так и не видно. Пойдем там машины снимем. Пойдем. Я сам направлю. Видно машину? Вот он, мониторчики. На мониторчике? Да. Да, вот. Видно. Маму нужно заснять. Вон она уходит там. Мам! Давай, иди, иди! Я сам буду держать. Ну, удобно держать? Можно? Ну да. Ехте. Ничего не нажимай, крепко держи, угу. Чтобы не упало. Это мама. А, вот. Мама, включи. Так. Ага. А, молодец. Давай я буду нести. Можно я буду нести? Кого? Аппарат? Да. Ох, конечно, что бронекатер сегодня открыли. Экспозицию. Пришлось ограничиться музеем панорамой. Ну, этого музея пока еще не сходили. Потом попозже. Пап, че, оператор? Давай я еще хочу поснимать. Поснимать что хочешь? Давай потом. Нет. Попозже. Давай сейчас. Нет, потом все, вот там заряд кончается.